Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Морозов посетил педагогическое собрание руководителей образовательных учреждений Ульяновска «Единение». Мероприятие вошло в серию встреч с педагогическим активом, который проводится в рамках Большого образовательного форума. Единение учителей, директоров школ и представителей власти произошло в довольно нетрадиционной форме – в летнем лагере имени Деева. Перед официальной частью встречи для всех желающих работали интерактивные площадки от школ и гимназий города. Именно интерактивная выставка определила те векторы практической работы для действующих педагогов, и каждый директор мог познакомиться с достижениями, с организацией работы у своих соседей, у своих коллег, соответственно, взять себе на вооружение для того, чтобы дружить, налаживать системные связи профессиональные, а также внедрять в практику. Участники выставки, школьники из школы номер 83 на Нижней террасе, привезли в лагерь свои интересные разработки в области робототехники. Ребята уже достигли хороших результатов, стали победителями регионального этапа чемпионата Junior Skills. Сегодня мы привезли роботов. Это роботы-сумоисты, роботы-манипуляторы и луноход-марсоход. Мы сами собираем и создаем программы, по которым они ездят. Нам помогает наш куратор, с которым мы занимаемся. По словам педагогов, в этом учебном году среди приоритетных направлений развития образования значится ранняя профориентация и реализация национальной технической инициативы. На вчерашнем большом совещании мегафорума Сергей Иванович дал поручение об определении базовых образовательных организаций для разработки образовательных программ по теме ранней профориентации дошкольников. Также в рамках национально-технологической инициативы будет простроена работа, начиная с младших школьников, средней и старшей школы и до профобразования и высшего профессионального образования. Кульминацией мероприятия стала церемония награждения лучших педагогов почетными грамотами губернатора и благодарственными письмами. Я хочу вас искренне поблагодарить не только за ту большую работу, которую вы провели в году прошедшем, не только за ту работу, которую вы провели в этом году в рамках оздоровительной кампании, но еще и за то, что вы помогли нам, руководителям Ульяновской области, решить одну из самых важнейших, самых сложнейших задач. И эта задача называется развитие человеческого потенциала. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.